участники, время 10:00. Просьба всем начать встречи. Судьям приступить к выполнению своих обязанностей.
Я
Снова приветствуем всех наших зрителей, тех, кто в этот ранний час уже подключился к событиям третьего дня игры на Кубке Кремля. Полдесятка, но у нас сейчас в ожидании того времени, когда мы сможем вернуться к нашей командной встрече, которая пока все еще остается предметом номер один для нас. Ждем, пока будет пауза в матчах основного турнира, и перед нами в данную минуту игра 1/8 финала. Здесь встречаются Сергей Луцкер и Никита Полуян, непосредственные участники командной встречи между сборными Москвы и Белоруссии. 2-0 Сергей Луцкер. Двумя выигранными партиями открыл счет в этом матче, но Никита сумел отставание сократить. Уверенный хороший выход состоялся при игре единицы. Ну а с тем, чтобы получить позицию на зеленой шестерке, потребовалось постараться Полуяну. На достаточно сильном ударе, плоским называют его игроки в пул, когда биток отражается строго по перпендикулярной линии по отношению к направлению прицельного шара в лузу. В отличие от Сергея Луцкера, Никита Полуян дошел до Олимпийки через нижнюю сетку. Начал он с поражения в стартовой встрече от Ильяса Хайруллина в решающей партии 6-7. И, в общем, если бы выиграл Полуян тот матч, то как раз с Луцкером он бы встретился уже во втором круге. Таков был стартовый жребий всего турнира. Ну, добывает еще один балл в свой актив Полуян, мастер спорта из Белоруссии, и тем самым сравнивает счет. Матчи в Олимпийке проходят до 9 побед. Сергей Луцкер в первом круге плей-офф в 1/16 финала победил игрока из Санкт-Петербурга Сергея Демьянова. 9-6, прошу прощения, такой счет был зафиксирован в том матче. А Никита Полуян в матче за выход и в 1/16 справился со своим товарищем, коллегой по сборной Белоруссии Владиславом Шопиком.
хороший разбой удается Луцкеру. С четверкой уже решил, что будет делать Сергей. Так никаких больше препятствий на его пути не наблюдается. Хотелось бы в среднюю лузу играть четвертый шар. Вот как раз сюда необходимо выйти для этого в район девятки, расположившейся возле угловой лузы рядом с длинным бортом. Не состоялся перекат. Перекат по скорости довольно-таки существенный. Еще раз присмотрелся в надежде, что четверка проходит в угловую лузу. Убедил себя в этом. Навряд ли Сергей совершил какой-то недосмотр, хотя, ну, вот честно сказать, по выходу не возьмусь я утверждать, что это прям была атака луза четвертым шаром. Обращаю я внимание на биток, рассуждая об этом ударе Луцкера. Да, с одной стороны, он сделал выход для того, чтобы играть пятый в среднюю лузу, но угол атаки уж больно неприятен. Неаккуратен на этом отыгрыше Луян. Ну и довольно-таки энергично, во-первых, сыграл он биток. Там получилось бы, скорее всего, не спрятать за восьмерку, а оттолкнуть восьмой шар. Там все что угодно могло получиться, и как маска могла образоваться на столе, так и нет. И за второй вариант я бы дал больше. Уже забив шестерку, я думаю, Сергей понял, что он на эту партию из своих рук не выпустит. Уверенность в своих силах — это, безусловно, хорошо, но, конечно, ошибок все равно допускать нельзя. Точной рукой столичного мастера спорта международного класса забита десятка. И возвращает себе Сергей преимущество в счете в этом матче, который, скажем еще раз, продолжается до 9 выигранных партий.
удачно расположилась единица по отношению к девятке в результате этого начального удара Никиты Полуяна. Биток в короткий борт должен направляться. Нет, сумел оставить его на месте. Все очень четко рассчитано в этом ударе. Второй шар мимо третьего проходит с достаточным запасом, чтобы об этом не беспокоиться. И после того, как будет сыграна тройка, лишь еще один дальний выход предстоит сделать в этой позиции. На этой же четверти стола необходимо оставлять биток. Решил чуть более дальний удар по тройке оставить себе Никита. Это в свою очередь означает, что угол резки у него стало меньше, и получается, что более сильным ударом придется ему атаковать сейчас этот красный шар. Пошел на определенный риск. Вот мне представлялось, что с того угла он должен уже проводить биток поперек стола с левой стороны от десятки, не касаясь этого шара. Как раз вот я заговорил об углах резки. Если бы на тройке угол был чуть выше, то в таком случае можно было естественным образом провести биток между пятеркой и десяткой. В общем, здесь пошел на то, чтобы десятку в сторону оттолкнуть. Но смотрите, все-таки вот те три предыдущих удара даже два, я бы сказал, да, с двойки и с тройки уже вот накопился такой выход, что вынудил белорусского игрока допустить ошибку. Резки на семерке говорит нам о том, что сейчас предстоит играть два борта поперек и даже в три борта вокруг может действовать Лускер. Он выбирает именно такой вариант. Прекрасный контроль скорости удара. Посмотрите, насколько точно пришел биток в зону, даже не докатываясь до длинного борта. Отлично выполнен подход на восьмерке. И практически прямая десятка в распоряжении московского игрока. Вновь возвращает он себе преимущество в 2 очка, добытое на старте. 2-0, напомним, с таким счетом вел Лускер на старте этого матча. И вновь плюс 2. Более того, он выполнит следующий разбой. Вот к третьему дню игры, в том числе и на телевизионном столе, участники турнира уже
приспособились к тому, как ведет себя десяточная пирамида на разбое. Вчера мы говорили о том, что количество нерезультативных подходов превышает количество удачных. Ну, вот теперь пока мы наблюдаем совершенно иную картину. В общем, это располагает к хорошим атакующим действиям. Победитель этого матча встретится в 1/4 финала с кем-то из пары Вадим Щербаков, Константин Золотилов. В самом дальнем от меня стола сейчас развиваются события в том матче, поэтому навряд ли я сумею держать вас в курсе относительно того, как там развивается счет. Ну, значит, будем больше внимания уделять тому, что происходит у нас на телевизионном столе. Никита Полуян в попытке забить двойку перескоком в атаке не точен, но по итоговому расположению шаров на столе все вполне благополучно. Вот обновил я турнирную сетку и 1-0, если верить той информации, не знаю, насколько она соответствует режиму реального времени. По крайней мере, в матче между Максимом Шалагиным и Романом Гришиным сыграно уже 5 партий. Ну, предположу тогда, что просто Золотилов и Щербаков попозже начали. Навряд ли они сыграли лишь одну партию за то же самое время, за которое у нас здесь сыграно 6 и 5 в другом матче. С большим сожалением мы вынуждены отметить, что Иосиф Абрамов, по всей видимости, был вынужден сняться с турнира по пулу. Об этом нам говорит и то, что этот матч, который был запланирован, он уже закончен. Ну и счет 9-0, скорее всего, из-за того, что Иосиф обеспечил себе участие одновременно в турнирах и по русскому бильярду, и по пулу, все-таки ему пришлось выбирать, и вполне осознанный выбор, оправданный, он сделал в пользу своей профильной дисциплины.
Действительно, закончилась череда отыгрышей. Никита Полуян находит возможность вывести биток на открытое пространство, заказывает игру семерки. Довольно-таки сложная комбинация, невзирая на то, что седьмой шар недалеко от лузы. Тут необходимо очень точно сыграть по резке. Ну вот теперь рост Никиты должен прийти ему на помощь. Придется ему играть через десятый шар. Да, неудобное положение пришлось занимать, и вот полагался на удачу в определенной степени. С ударения битка с шестеркой могло пойти чуть иначе, ну там буквально совсем чуть тоньше порезки, и шестерка покатилась бы не в направлении средней узы, как это получилось сейчас, а в сторону там, первого бриллианта от нее, где скорее всего тогда и расположилась бы. В общем, все благополучно сложилось для Никиты Полуяна в этой партии, в непростой позиции. И борьба у нас упорная, сохраняется 3-4 в прошествии 7 партий. Есть у нас минутка для того, чтобы еще раз напомнить вам о том, что уникальное предложение вступит в силу по окончании этого турнира. По традиции, заведенные достаточно давно, столы для русского бильярда предлагаются организаторами к продаже. Те самые столы, на которых разворачивались события Кубка Кремля. Вот впервые мы имеем возможность сделать то же самое со столами для пула. Столы Diamond, созданные игроками для игроков. По всем вопросам приобретения обращайтесь в компанию ABN Billiards, либо на интернет-сайт diamondbillardsrussia.ru. Ну и контактные данные вы всегда можете уточнить либо в ABN, либо в клубе «База» в Москве, где эти столы используются с самого начала, прекрасно себя зарекомендовали. Никита Полуян решил воспользоваться своим правом на тайм-аут. Считает он, что самый удачный момент для этого наступил в игре до 9 побед.
Тайм-аут завершен. Никита Полуян вернулся и уже выполнил свой разбой. Пока у нас был тайм-аут, я получил возможность посмотреть по сторонам. Дарья Сиротина вела со счетом 2-1. С Константином Степановым она борется. Непростая перед ней задача. Сейчас там счет был 2-2. Ну и, похоже, Константин еще одну партию выигрывает. Полуян вынужден передать инициативу Луцкеру. Единица на игре, между прочим. Есть возможность с правой стороны от семерки, играя в накат, привести биток в район двойки. Вот соударение. Сейчас, я думаю, ёкнуло сердечко у Сергея, потому что резко могла пройти таким образом, что и в угловую лузу запросто мог завалиться белый шар. Ну и уже сейчас необходим подбой. Выйти в сторону четверки. Надо потревожить. Этот шар не получилось. И так с досадой хлопнул мелком. А борт стала Луцкер. Понимаю, что атака на этом завершается. Все, что может сделать, лишь приклеить четверку к восьмерке. Да, вот таким образом. Ну и проконтролировать биток все это получается. Поставить пусть даже не полную, но маску. Хотя, если присмотреться, там более половины шара скрыта. Но сейчас довольно опасный удар собирается сделать Никита. Опасность в том, что при выполнении перескоков поперек стола биток запросто может выскочить. Ну, сейчас помогло во многом то, что соударение прошло по более тонкой и резкой, чем задумывал Полуян. Он заказал дуплет в угол. Для этого требовалось там попадание примерно в половину шара по резке. Но из-за того, что оно было более тонким, повторюсь, биток хоть и подскочил, но остался на столе. Повезло с тем, что четверка не наигралась слишком близко к угловой лузе. Тем не менее, Сергей может ее резать. И состоялась попытка, сыграна в недорез. С позиции битка все благополучно снова для Луцкера. Возьмусь утверждать наверняка, но предположу, что четверка мимо восьмого не проходит. Очень внимательно посмотрел Сергей Луцкер, задаваясь тем же самым вопросом. Он уже ответ, я думаю, получил. Отличное решение. Карамболь. А вот здесь, похоже, стоит отыграться на пятерке за девятку. Постараться завести биток, приподнять пятый шар как можно выше, как можно дальше. Оставляет возможность джампа своему сопернику Сергею. Да и не факт, что он нужен.
Дело в том, что, похоже, полностью доступна пятерка. Да, какая-то левая часть, самую тонкую, резкую, может быть, и попадания нет. Но по правому краю можно сыграть. Хотя вот выцеливает именно в левую сторону. По крайней мере, сейчас так быстренько примерился Полуян к этому шару. Хочет пятерку увести обратно в направлении девятки. Так и делает. Но вот биток, конечно, требовалось удержать ближе к десятому шару. Надеялся на удачу Полуян. Она от него в данном случае отвернулась. Потому что пятерка практически прямая. Да, близко стоящие шары. Придется Сергею чуть ли не под 45 градусов расположить кий по отношению к плоскости стола. Но, скажем еще раз, что отсутствие какой-либо резки на пятерке здесь, конечно же, пошло только в плюс Луцкеру. Завершилась очередная партия. Давайте попытаемся быстренько в экспресс-режиме снова обратить наше внимание на турнирную сетку. Владимир Матвиенко сражается с Арсением Ковалевчиком. Там счет указан 3-2. Леонид Михайлов пока уступает Михаилу Новоселову, московскому юниору, со счетом 1-3. Ну и вот до сих пор почему-то застыл у нас счет в матче Вадима Щербакова и Константина Золотилова. Именно в нем определится тот, кто в 1/4 финала поспорит с победителем нашего телевизионного матча. Ну, там то ли какие-то проблемы обновления, наверное. В общем, синхронизация между игровым планшетом, на котором отмечают счета игроки. Момент не принципиальный. Позиция после разбоя Сергея Лускера, оказавшегося нерезультативным, достается Никите Полуяну. Позиция вполне хорошая. В два борта вокруг собирается выходить на четверку Полуян. Легкое касание восьмерки никак не вмешалось в траекторию движения битка. Ну и вот теперь тоже поперек стола необходимо поднимать на пятерку в середину.
здорово удается удержать биток для того, чтобы в дальнейшем после игры пятого шара белый двигался в направлении очередного, в направлении шестерки. Едва не перестарался Никита в этой попытке, но до битка вновь ему позволят дотянуться рост. Там, конечно, придется на семерку посматривать, которая будет под кием. Но понимает, что создает достаточный угол, достаточное пространство для того, чтобы даже не беспокоиться о возможном касании этого шара. Да, действительно, как мы предположили, в матче Золотилова и Щербакова возникли определенные технические проблемы, но специально снаряженная экспедиция донесла нам, что счет там 4-2 в пользу московского игрока. Но все равно не очень, можно сказать, быстрым темпом там развивается игра. И Константин Золотилов, и Вадим Щербаков довольно-таки обстоятельно способны действовать, что, видимо, там и происходит. Но, с другой стороны, всего лишь на две партии они отстают от хода нашего телевизионного матча, но теперь уже на три, потому что Никита Полуян сумел еще одну партию оставить за собой, не отпускает он далеко Сергея Луцкера, конечно, это важно. Отличный разбой в исполнении Полуяна. Решил, похоже, не набирать никакой резки на двойке, рассчитывает ударом на оттяжке выйти с синего на красный шар. Расстояние довольно-таки внушительное. Это момент номер один, момент номер два. Все-таки резко состоялось, резко в сторону семерки. Избежать встречи битка с коричневой семеркой возможно, но очень тяжело. Ведь для выхода на тройку в этом случае нужен довольно сильный правый боковик. Да, не получилось избежать касания битка. Более того, оно произошло по достаточно толстой резке, из-за чего биток, собственно, там и остался. Три-три. Очень упорная борьба между Сиротиной и Степановым. Евгений Корнеев играет с Артемом Лукиным. Там 3-5 счет. Артем Лукин впереди.
Очень перспективно катится биток, да, прекрасно закатывает за восьмерку, вновь вынуждая Никиту Полуяна искать счастье в ответных отыгрышах. Ну, доступен удар от одного длинного борта, ну, уже точку эту намечает Никита. Посмотрим, насколько верным окажется его расчет. И уж не заказ ли в угол он объявил. Так, теперь важно, чтобы прицельный шар, который находится в движении, последним, а это четверка, коснулся борта, но этого не произошло. И признает Полуян этот факт, факт нарушения правил. Игра с руки для Луцкера. Неторопливо разбирается с этой позиции Сергей Луцкер. Он уже, наверное, не менее 2 лет, как играет в более спокойной, что ли, манере, чем та, которая была присуща ему по юниорским временам. Сам говорил об этом, что решил сознательно слегка себя притормозить. Ну, как минимум, это требовалось уже в такие ключевые решающие моменты партии. Но другое дело, что еще необходимо для себя правильно определить этот ключевой момент. Ну, соответственно, сейчас все чаще Сергей просто, ну, почти к каждому шару подходит более размеренно. Тем самым лишь добавляя определенной ответственности и торжественности каждому моменту. Вот сейчас, похоже, наступил самый что ни на есть ключевой момент этой 10-й по счету партии. Единственный шар остается сыграть, и Луцкер здесь точен. И не удается пока Никите Полуяну сравнять счет. То на 1 очко, то на 2 отстает он, как сейчас, 6-4 в пользу Сергея Луцкера. И уже московский игрок, в свою очередь, решил, что наступило время для тайм-аута. Ну что же, мы воспользуемся этой паузой для того, чтобы рассказать вам о новостях петербургского пула. Долгожданное открытие центра бильярда «Плейпул» должно состояться во второй половине сентября. ТЦ «Капитолий» – таково новое место для новых впечатлений. Вот под таким девизом будет открыт петербургский «Плейпул». Заинтриговал нас Платон Бочеришвили рассказами о том, насколько замечательно все будет оборудовано на новом месте. Я думаю, те из вас, кому удалось побывать в Плейпуле на его предыдущем месте жительства, согласятся со мной, что и тот клуб был очень неплохо устроен с точки зрения расположения столов. Там было очень комфортно играть, и еще более интересным обещает стать Плейпул на новом месте. А не забудем мы и о московском клубе «База», бильярдный клуб нового поколения. Что в Плейпуле, что в «Базе» во главу угла ставится комфорт игроков. То есть это, прежде всего, расстояние между столами. Все сделано для того, чтобы при выполнении удара
с борта вам ничего не мешало, ни соседние столы, ни тем более какие-то элементы инженерных конструкций. На тайм-аут ушел не только Сергей Лускер, но и Константин Золотилов. А, прошу прощения, Константин Степанов. Думаем об одном Константине, подразумеваем другого. На тайм-ауте Степанов, там счет 3-3. Далее Сиротина. Продолжает бороться. 5-3, до двух партий довел преимущество Артем Лукин. Ну, как, собственно, по-моему, оно и было. На тот момент, когда мы в предыдущий раз обращались к сетке. Давайте попытаемся обновить. Ну вот как бодро пошел счет. Да, в матче Константина Золотилова и Вадима Щербакова. На 4-2 такой счет мы уже озвучивали. А одну партию еще сумел выиграть представитель Санкт-Петербурга. 4-3 там. Такой же счет в матче Владимира Матвиенко и Арсения Ковалерчика. Матвиенко пока впереди, да, вот Корнеев сумел одну партию отыграть, да, 4-5, сейчас этот ближайший ко мне стол, поэтому я имею возможность свериться с текущим положением на табло, ну, у стола Евгений Корнеев. Из тайм-аута вернулся и Сергей Лускер, и Константин Степанов. Более того, Степанов уже выполнил разбой в своем матче. И этот удар у него получился. Роман Гришин, похоже, со счетом, да, 6-3. Переигрывает он Максима Шалагина. Ну, а имя одного четвертьфиналиста у нас уже известно. Егор Соколов без игры прошел в 1/4 финала ввиду того, что Иосиф Абрамов проводит свой матч по комбинированной пирамиде. Придется отыгрываться Луцкеру. Ну, по длинному борту такой самый простой вариант. Развести эти два шара, используя двойку в качестве маскирующего шара. И это вообще не получается у Луцкера. Честно говоря, несколько я удивлен тому, что в ударе, который вообще не требовал никакой излишней скорости, то есть вот на такой мягком ударе Сергей допустил ошибку. Ошибается и Никита Полуян в ответ, оставляя единицу на игре для своего соперника. Сейчас нужен энергичный удар ниже центра битка, для того, чтобы приподнять чуть-чуть
у длинного борта, уводя биток. Еще один повод удивиться для меня, личное решение Сергея Луцкера. Он выбрал игру в накат, понимая, что там стоит девятка, и именно от девятки биток отразился, встал слишком близко к короткому борту. Отлично сыграно по резке. Точнейший удар из сложной позиции. Вновь обратим на это внимание. Выполнил Сергей Луцкер. Ну, что же получается, что это красноречивый признак уверенности в своей готовности, несмотря ни на что, ни на какие препятствия, которые, в общем-то, сам перед собой без устали ставит Сергей в этой позиции. Вспомним и удивительно неудачный отыгрыш в самом начале партии. И вот сейчас тоже сыграл сложнейшую двойку, забил. И после этого в более простом ударе допускает ошибку с выходом, притирая биток к борту. Теперь просто в случае успеха на четверке более дальний удар получит Лускер на пятом шаре, и резко будет не такой, какой могла бы быть, не такой удобный. Сумел в этой партии все обстоятельства побороть Сергей Луцкер своими удачными атакующими действиями, ударами без промаха. И забирает партию, доводя свое преимущество до 3 очков. Хорош разбой Полуяна, и даже несмотря на то, что единица также исчезает в лузе, есть у него хороший начальный удар. Двойка стоит вполне удобно,
не только для того, чтобы ее забивать, но и делать хороший выход на очередной шар. Решил я посмотреть на турнир. Выбыл там в первом круге, то есть разделил места с 17 по 32. Проиграл Пулуян в прошлом году Ивану Каковскому, нашему известному мастеру снукера. Принимал участие в Кубке Кремля по пулу Иван Каковский и на этот раз. Вместе с Михаилом Тереховым, между прочим. Терехов и Каковский дружно вышли в Олимпийку. Терехов проиграл соотечественнику Леониду Михайлову, скажем так, игроку из того же самого города, Санкт-Петербурга. Ну, а Иван Каковский уступил Михаилу Новоселову, который сейчас сражается еще с одним петербуржцем, тем же самым Леонидом Михайловым. Там счет, по-моему, 4-3 в пользу более молодого игрока. 3-5 уступает Дарья Сиротина Константину Степанову. А Полуян справляется с задачей не отпустить Лускера на 4 очка. Пять-семь у нас по прошествии 12 партий. Напряженная борьба во встрече Артема Лукина и Евгения Корнеева. 5-5 там. Вот только что Лукин забил очередную десятку, вышел вперед. Роман Гришин уверенно переигрывает своего соперника Максима Шалагина. 7-3 там счет сейчас. Возвращаемся к нашему телевизионному матчу. Таким интересным ударом сейчас потрогал тройку Луцкер при выходе на второй шар. Как будто бы рассчитывал чуть улучшить расположение красного шара на длинном борту. Но там произошло двойное соударение практически без резки, из-за чего тройка не изменила своего положения. Ну, оно того, наверное, и не требовало. Сейчас прекрасно стоит пара 3-7. Понимает Сергей, что именно комбинацией будет продолжать действовать. Ну, тройка не должна уйти далеко от длинного борта. Сделать это можно лишь неаккуратным ударом по резке. Есть, конечно, определенная опасность, что третий шар может свалиться на короткий борт. Дело в том, что для продолжения этой комбинации нужно играть под низ битка. Соответственно, у тройки будет верхнее вращение остаточное, которое такой своеобразный накат, который заставит третий переместиться в район короткого борта. Вот сочетание резки и этого
наката как раз и привело третий шар туда, где он оказался. И Сергей заранее все четко рассчитал. Вариант привел биток туда, где и даже с короткого борта тройка может быть сыграна. Ну, теперь небольшая оттяжка сантиметров на 20 для того, чтобы шестерку играть в среднюю лузу. Даже едва ли не на полметра пришлось оттягивать. Связка 9-10. Вполне удачная. В зависимости от личных предпочтений игрока можно играть и на остановке, и на прокате вперед. Все зависит от того, какое расстояние он хочет получить между битком и бортом, для того, чтобы комфортно поставить кистевую упору. Вот как раз сейчас все это Сергей Лускер нам демонстрирует, оказываясь в одном шаге от пропуска в четвертьфинал. 8-5. Теперь может спокойно ожидать Сергей Луцкер своего очередного разбоя, в том случае, если Никите Полуяну удастся с кия эту партию собрать, пока в определенной безопасности может чувствовать себя московский игрок. Первый визит к столу из маски вынужден сделать Сергей Луцкер. Шар забил по заказу. Ну а с выходом на тройку получилось так, как получилось. Перескок от Сергея Луцкера. Нечастое явление в этом матче. И вновь отличный удар. Совершенно невозмутимо при этом действует Луцкер. Отправляется к своему игровому кресту, чтобы вновь поменять укороченный кий на игровой. В общем, и бровью не повел. Сыграл, как будто бы это был обычный открытый удар по лузе. Без каких-либо препятствий.
вот и совершенно неожиданная ошибка от Луцкера. В такой несложной позиции допускает он промах. Поначалу казалось, что чуть сильнее, чем нужно, играет Полуян, но здесь все благополучно. Сумеет он удержать биток. А вот задачу по забиванию пятерки он не решил. Непростая позиция сейчас перед Лускером. Мимо восьмого шара пятерка не проходит. Да, есть резко в угол направо. И именно этот удар и будет, похоже, стараться реализовать Сергей. Да, там есть возможность в сторону восьмерки биток катить по отыгрышу. Но такая достаточно тонкая резка. В этом случае пятерку далеко не убрать. А рассчитывать на то, что удастся вплотную к восьмому шару с нужной стороны поставить биток, навряд ли получится. Так, режем пятый? Или это дуплет? Все-таки режем. Поначалу по направлению Кия Лускер показалось, что в более толстую резку он играет. Здорово справляется, даже вот снова возвращаясь к его удару по четверке, не возьмусь предположить, с чем связан тот промах в простейшей позиции, ну, кроме как, естественно, потеря концентрации. Шаг за шагом приближается Сергей Луцкер к победе в этом матче, к выходу в 1/4 финала. Его соперник в этом матче еще не определился. По-прежнему играют Константин Золотилов с Адимом Щербаковым в том матче. Вот главный судья уловской части Кубка Кремля Андрей Серожстан сейчас подсказывает мне, что со счетом 6-5 в том матче впереди Константин Золотилов. Неожиданное исполнение этого удара от Сергея Луцкера. Навряд ли он задумывал этот контакт с десяткой. Такое впечатление, что какие-то признаки ранней усталости в игре Сергея, вот именно к концовке этого матча. Но сейчас ему очень важно, естественно, во-первых, забить десятку. Все, матч закончен, и теперь слегка привести себя в порядок. Ну, то же самое касается и Никиты Полуяна, хотя вот он здесь выглядит более свежим. Вот показывает сейчас Сергей своим друзьям, которые поддерживают его на трибунах, что он находится в состоянии спячки. В общем, почему я говорю о том, что сейчас необходимо встряхнуться обоим? Дело в том, что и Сергею Луцкеру, и Никите Полуяну предстоит очень скоро вернуться на наш телевизионный стол, но уже в продолжении командной встречи нас ждет парный матч. Но прежде чем это состоится, необходимо Константину Степанову завершить свой поединок с Дарьей Сиротиной. А там Степанов пока имеет преимущество в две партии 5-3.
В общем, похоже, в интересах Лускера сейчас, чтобы Константин Степанов не торопился завершать свою встречу и тем самым предоставив определенную паузу на небольшую перезагрузку. Попытается перезагрузиться слегка и ваш комментатор для того, чтобы, как Сергей Луцкер, внезапно не уснуть к концовке какого-нибудь матча. Еще раз констатируем факт, свидетелями которого мы стали только что. Сергей Луцкер у нас стал вторым четвертьфиналистом текущего розыгрыша Кубка Кремля по пулу. А пока прощаемся с нашими зрителями. Вновь следите за обновлениями наших видеостраниц. Как только увидите, что мы снова вышли в прямой эфир, милости просим, присоединяйтесь к нам. Спасибо за внимание.